Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов в рамках работы выездной администрации посетил новую ТЭЦ, где прошли тестовые работы для проверки готовности объекта к запуску. Установка будет питать центральную часть Звенигорода между улицами Почтовая, Фрунзе, Шнырева, а также микрорайон Восточный. Электрическая мощность новой установки составит 18 мегаватт, а тепловая – 31,5 гигакалории в час. Это позволит снизить риск возникновения и развития техногенных аварий в этом районе. Новая газотурбинная ТЭЦ заработает уже в отопительном сезоне 2020-2021 годов.